Мужчину от суицида спасли полицейские в Туркестанской области. В Ордо-Басинский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Сельчанка сообщила, что ее нетрезвый супруг устроил скандал и попросила полицейских помочь. К приезду правоохранителей мужчина вышел из дома и пытался наложить на себя руки в сарае. Действия слажены и оперативно полицейские спасли жизнь человеку. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Супругов доставили в отдел полиции и провели с ними профилактическую разъяснительную работу. В Шымкенте из-за непогоды произошло больше 100 дорожно-транспортных происшествий. Причина тому – лед на дороге, отсутствие зимней резины и превышение скорости. Погибших в дорожно-транспортных происшествиях нет, но есть пострадавшие, 18 человек доставлены в больницы. 77 автомобилям причинен материальный ущерб. Для обеспечения безопасности на территории Шымкента сотрудники ПАЛК патрульной полиции работают в усиленном режиме. В Шымкенте девушка тайно оформила кредит на имя няни, которая занималась воспитанием племянников. В управлении полиции Абайского района обратилась 57-летняя жительница Туркестанской области. Со слов женщины, без ее ведома на нее через банковское приложение оформили кредит на сумму 1 миллион тенге. О долге женщина узнала через несколько месяцев. Потерпевшая указала, что в то время она работала няней. В ходе следствия полицейские установили, что онлайн-кредит на няню оформила гостившая в доме родственница хозяев. 26-летнюю подозреваемую задержали на территории города и доставили в полицию. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». В Туркестане участковые проверяют условно-досрочно освобожденных. Одна из обязанностей инспекторов полиции – проверка по месту жительства подучетного контингента. Особое внимание уделяется лицам, условно-досрочно освобожденным из мест лишения свободы. Мы проводим оперативно-профилактическое мероприятие с единственной целью – пресечь правонарушения среди тех, кто освободился из исправительных учреждений и находится на пробационном контроле. Полицейские очистили двор пенсионерки от снега и помогли с дровами. В Туркестанской области похолодало, сугробы местами до полуметра. Сотрудники Ордо-Басинского районного отдела полиции помогли одинокой 80-летней женщине. Ее двор засыпало снегом. Участковые помогли очистить двор, накололи дрова и принесли воду. Большое спасибо вам за вашу работу. Я благодарна за то, что вы оказываете помощь старшим. Успехов вам в вашей трудной работе.